Компас держим вот так, обязательно. То есть мы держим так и крутим левой рукой. Собираем мальчик. Либо на этой руке, как вам удобно. Только главное, вот она стрелка, это направление посередине. Это то, куда будет азимут. Давай, например, возьмем азимут. У них веселая тут станция. Да. Да. Мы ушли, мы пришли на ваш крик. Если что-то случилось, нужно будет позвонить и объяснить ситуацию. Да? Да. Так, что первым делом мы называем? Улицу. Ну ты звонишь. Первый, что ты называешь? Стоп, 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 стоп! Куда вы пошли-то? А если он тебя... Так, команда! Это что у вас случилось-то? Один конфету незаконно берет, а другой взял и ушел. Проходит квест. Вот он, Нептун-то. Вот он, Нептун. Сколько всего групп детей, кстати? Три. Больше не набрали, поэтому вы в промежутках ждете. Нет, все, ты ради не вставай. Сейчас мы поймем. Эвакуация проведена успешно. Он вышел и пропал. На ведь исчез. Ни адреса, ни тени. Быть может, ты... Хочу просто посидеть. Да не присядь. Я так понимаю, что это все равно сколько... Нет, все равно, ну не больше половины. Без ката. И сейчас пойдем в песочницу.
Это как Катя тогда предлагала. Рисует. Значит, хоронить.
Медлить значит хоронить. Медлить значит хоронить. Медлить значит хоронить. Километры тают за спиной. Где ты, где ты, где ты мой родной? Дороги все прошли пути. Время, вечность убивает жизнь. Медлить значит хоронить. 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 И мы будем продолжать искать. И мы будем продолжать искать. Надеждой ждет помощь человек, закрыв свои глаза, когда рвет тишину эфирного молчания. Всего простых два слова: найдена жива. И в этот миг к тебе приходит понимание. Еще одну ведь жизнь смогла продлить сова. И снова куда-то едут волонтеры и вновь бросают все свои личные дела. Ведь где-то в том лесу с последней надеждой ждет помощь человек, закрыв свои глаза. И если ты готов стать сильным человеком, готов чесать поляны, болота и ручьи, мы ждем тебя, и ты почувствуешь однажды, спасая жизнь другим, тепло в своей груди. И снова куда-то едут волонтеры и вновь бросают все свои личные дела. Ведь где-то в том лесу с последней надеждой ждет помощь человек, закрыв свои глаза. И снова куда-то едут волонтеры и вновь бросают все свои личные дела. Ведь где-то в том лесу с последней надеждой ждет помощь человек, закрыв свои глаза.